Помните, мы вместе с вами на канале закрывали рыбку разную в автоклаве. Вот, горбуша. Пришел ее черед. Сейчас будем делать салатик а-ля мимоза. Немножко картошеньки нанес. Рыбку распределим, лучок, корейскую морковку, сырок, яички. И будет нам очень-очень вкусно. Такое, слушай, дочь, это маленькая будет. Побольше надо штучку. Ты глянь, тут пол-литра только одной рыбы. Давай, давай, вот там вверху возьми. Сейчас поменяем посуду. Друзья, пока мы занимались домашними делами, доченька все самостоятельно здесь сделала. Почти как мимоза. Только с сыром и корейской морковкой. Что-то вы едите, мне что-нибудь перепадет. Да, Зинь, как вкусно, смотри. Женя. Куна. Вкусно. Так, мне пришла посылка. Я выписывала гейхеры. Сейчас будем. Одной рукой неудобно. Где тут у нас еще распаковывать? Так, первый раз заказываю. У нас девочка одна уже взяла. Ну, тут прям, знаете, все дела, накладная по типу того. Так. Раз. Два. Три. Четыре. Что-то тут подарок написано. Пять. Шесть, семь, восемь. Вот это что-то большое. И что-то еще. И еще что-то. Вот такая штука. Маленькие, правда, да. Так. Там внутри, наверное, название вот, гейхерки красненькая. Желтенькая. Сейчас буду разворачивать. Ну, я уже вот открыла. Они маленькие. Электро. А это что? Ага, тоже. И тут даже вон росточек лилии дали в подарок. Тоже надо ее присунуть. И рододендрон. Желательно бы. Ну ладно. Все, сейчас вот это что я не оставляю идею вдоль дорожки. Здесь вот красиво выложить, высадить гейхерки и земля какая черная. Возле тротуарчик, чтобы было красиво. У нас, видите, какая земелька. Фу, бяка-бякостная. Ну, сейчас будем доставать, смотреть. Высадила я гейхерочки. Ну, есть хорошие прям розеточки. А есть печальные. Вот паприка вообще. Ну, все равно посадила. Не знаю, будет, что будет. Ну, скорее всего, ничего не будет. Приехала моя прелесть. Где-то моя прелесть там. А? Где моя прелесть? М? Вот где-то. Вот она, моя прелесть. Привет, привет.
Ну это надо и ждать. Подожди. Видали, чё? Это вот. Вот сюда. Там белая леди романтика. Так, куда ее? Наверное, в теплице. Зачем? Ну ее сломает как-то. Надо фиксировать ее. Ой. Думаю, сейчас будем ее высаживать. И такая запах у нее такой вау. Ой, красота. Сюда роза. Кто-то еще приедет? Нет. Дайте. Ой, а запах какой, да? Чувствуешь, какой аромат? А, да, вот видишь, это чуть-чуть. Ой, вообще. Роза на штомби приехала ко мне. Удобряем сегодня. Да газон удобрением, удобряем. Газон удобрением. Купили, попробуем. Все хвалят. 2,5 килограмма вот на вот эту площадь. Он немножко у нас какими-то плешиками стал. Ну, очень холодно было. Да и сейчас не жарко. Погода такая. Не айс. Ну, и вот те опрелости. Где кошки там поссали соседские, чужие. Это надо теперь там досаживать газон. А? Не, мне кажется, надо досеивать, не затянется. Также вон, вот это снять чуть-чуть и посыпать. Вот. В общем, удобряем такой штучкой. Вот. Ну, холодно. Видосы увидите, конечно, позже. Уже, возможно, будет жарыша. Ну, пока вот так. Я думала, сейчас малышню быстренько полью тут. Ну и разошлась. И пошла. И разошлась, да. И пошла все поливать. Все. Так и живем. Ночь пережили. Но я их накрыла. Гейхерки. На всякий случай. Прохладные сейчас. Ночи. Да и ну днем более-менее. Грусть, тоска, конечно. Так, ну, мой садик. Пойдем посмотрим, как мои гейхерки рассаженные, деленные. Посмотрим. Красота тут у меня. Желтый, синий, синий, желтый. Такой треугольничек. Да? Так, ну они у меня. Где? Они у меня в тепличке. Друзья. Ой, салат еще надо рвать. Только не едим. Ну вот. Те, что рассаживала. Но я, конечно, не на такие микро розетки сажала. Ну вот. Все равно ничего. Видите, тут несколько розеточек. Мелких. Раз, два, три. И даже самая маленькая. Живая. Вот. Блин, бизнес надо делать. Рассадил куст гейхеры. Тут можно еще вон поделить. На 6-7 штук. И по 250 рублей впендюрил. Ну вот, сейчас вот поливаю. Люблю шкарнисил в орхидеях. Да и так, что пересаживаю. Сразу им поливаю. Ну тут все. Тут все более менско. Все хорошо. Закрываем пока теплицу. Холодно. Такой кустик. Вот такой кустик омолаживала. Не омолаживала. Размножала. Гейхерки. Розы скоро. Уже все на бутонах. Скоро все зацветут. Вот красотища будет.
картошек. Ждем.